Sensors online. Weapons online. All systems known. Иду в Foxtrot 5. Кто со мной? Я. Мы через центр пойдем, если что, в этом колонне. Угу. Либо будем отступать, либо сами будем им помогать. Две цели. Три. Три. У нас, да, 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 три. Да, все три. Бежит. Жопа. Захватываем, присоединяемся. Жопа свернул за гору. Я бы тоже свернул. Уллер, Солитер и Оуэнс. Все мы с Макса в пути. Торчал что-то пишет в TeamSpeak. Кирилл, ты можешь посмотреть? Да, могу. Он пришел. У и него это... проблемы. Пишет. We're having some problems here. Sorry, guys. I have to go. See you soon. Goodbye. Питай. Я не понял, он с каким-то желтым лазером выпрыгнул. Да, вот такой лазер, он точно ПВ-шный. А можно его? Он не пропадет? Пропадет. Пропадет. Он пешком пришел. Да. Так нет, я видел, он выпрыгнул. Нет, этот пешком пришел. Он прыгал, он на ком-то сидел. Крит. Догоняйте. Взял химеру. Я тут война с жопой. Звучи. Я кританул. Крит. Я хочу. Давай, Максим, запиливай этого урода. Я сейчас на территорию пойду в C5. Можете через центр туда прийти. Идем в центр. Там справа кто-то есть. Ладно, я лучше возьму туда партизана ракового. Цель была в C6, вернула. Ой! Макс? Нет, полетело? А, я думал, тебе от меня что-то прилетело. Вроде не прилетело, но... Было опасно. Центр. Один. Оуэнс. Захватываем до три. Башка еще. Сейчас разберемся.
Захожу. Пацаны повреждены, если что. Ой, там нет никого. О, он что до сих пор. Из него выпрыгнул башка. Угу. Я сама убился. Здесь да. А вот у Е5 может быть и нет. Нет, там подаваться нельзя. Центр идет одна цель. Окей. Да, три цели. Фо. Есть какой-нибудь 1003? Спасибо. Не, не надо. Мне нужно было ТМ купить. Вижу только одну цель. Там бушак, пума и... ворона. Что-то еще. Залетаем. Раковый бушокер. Крит. Крит. О, спасибо, Саша. Я чуть не сдох. Я тоже. Delta Free. Hello, Star Child. Hello. You lost Delta Free. В шоке, в какие-то горы убежали. Точку я один захватываю. Все, вы сваливаете? Угу. Там, там никого больше. Нет. One target. Delta Free. Я вижу. Он действительно лайт. Дельта свой. Нужны деньги, пацаны? Нет, тут круче прайма, ничего не купишь, рейкина. Угу.
Химера. Тут помимо лайта еще химера. Два минимума. И лайт один. С основной базы кто-то вышел. Райт, химера. Сам хелл. Не надо меня подпирать. Просто я один выбежал, а все смотрели, как я выбежал. А чё ты поэтому не мне... шел уже? А он вроде в команду шел. Что ты хотел так Нифига, вы ворону куда загнали. Там в шоке. У нас партизан на воротах сидел. Чего уж там говорить. Ой. А это он походу есть. Был. А вот еще один. А куда он поехал? Еще две цели. Almost dead. Так там вот база вообще-то. Если бы чё. А я, кажется, еще и застрял. Да, я застрял, придется нового покупать меха. Не знаю. Вернись, я все прощу. Мы теряем еле, мы теряли, вернее. Самолет. Бомбит. Аэро. Сула. And three targets. Бомба лежит на входе. Прямо на пороге. Холландер. Когар ЛРМ. А серии ступи виси. Когра просто не достаю. Ора. Потерял лицо, не трожу. Да хватит тут уже их. Мучить.
Артём, пошли куда-нибудь отсюда. А мой еще чуть-чуть, и можно допилить ее. Эхо 5 on my way. Да, но он сломанный. Чтобы он меня не стадил ракетами. Одну ухо потерял уже. А я в тебя так стрелял. Ой, тут лое, тут лое. Без башни. Скорей, я уже никакой. Ага. Отлично. Враг же его и забомбил. У вас там лонгтом, что ли? Нет, бомбер. Всего на все. Ну, блин. Центр. Справа какой-то лайт. Равен. Здесь кошка с двумя медиками. Ой, хэви медиум в смысле. И горы Лорена в мой адрес. Нет, равно. Умудрился на голову пробить. Вы решили свалить? В принципе, оставайтесь там. Почти все точки верны. Это был крит. Это бомба. По-моему, это был крит, месье. Не знаю, не вы видел. Его не заметили. Но столько дыма бомбы не создают. Ну, да. Значит, просто крит. Я целенаправленно отстреливал хэви лазера того. Да-да. И некогда было по сторонам смотреть. А соус? Не видел как... какой. Пивай, на ремонт, с ремонта. Вот она, Маулер. Маулер. Все. Маулер с ЛРМ и лайтгаусами. Езди слайд. Локи еще здесь. А все плохо. О. Их там много оказалось. Господа, у Майка какой ник в игре? Такой же. Такой же. Лил Майк. Какой? А, Андрюстю. Все, умру, но не сдался. Больше ничего не остается. Че, мы даже купить ничего не можем? Да, жалко, кулик не купить. Пусть заходят уроды. Ба.
Охрана. Отличный маневр. Ну, если вы еще чуть-чуть продержитесь, то мы на подходе, Бушак и Лога. Ну, мы ждем, сидим в ангаре. И Хэнк. Дайте денег. Это опять будет лау. I'm here. Well, Mike, did you hear me? Let's rock. Я жив. Как бы. Ну, он даже в игре писал в чат. Может, нет микрофона, а нет, я его слышал. Да, он поздоровался. Да. Майк, why you are not talking? Вы как раз вовремя. Ой. Да, чтобы добить. Что там у вас за спасение рядового Райана вообще? Вообще, если честно, это провал, потому что все, кого надо было спасти, сдохли. Но вы можете теперь здесь заспавниться. Безусловно. И что-то еще моего бушака угоняет. Джон. Всякие Джоны. One target. А, это все этот летающий. Вайт. Вайт, Майк. I give you. Алло, как они туда пропали, да? Seconds. Кому нужны деньги? Майк просил. Они закинули диверсанта. Опять ей линию берут. О, Лёха, ты пришел. Я вас испугал. Хорил коннектед. Да. А, ты об этом? Или хэс коннектед, как там? Слушай, это самое. Алексей, я тебя первый раз слышу-то после этого. Ты же на Кандагаре был, ведь так? Кандагар? Да. Какой Кандагар? Позавчера. Нет, вчера какая-то сводила. Вчера я не играл. Я вчера пришел, сказал Саше, что я хочу поиграть, пошел за соком, и в итоге я пошел с пива. Вернулся я в 11 вечера. Я не играл вчера. Нормально. Вчера некто с ником Мехуэр. Со счетом очень похожим на твой. На раковом атласе рассекал на Кандагаре вместе со мной. Я, честно говоря, подумал, что это ты, потому что ты, конечно, нет, в TeamSpirit не было, ничего не было, но стиль игры был настолько похож, что я был практически на 100% уверен, что это и не только я. И счет был твой, в общем, счет там 14-1, что ли, был это или 0 даже почти или 1. 0, я не помню. Нет, 1. Я заходил, видел 0 пока. Вот. Я был уверен, что это ты. Потом он ушел. То есть на следующей карте его нет. Я подумал, что это ты.
Да еще повторялось там на карте какой-то. Кто же тогда был бы с таким счетом, кто еще может быть? Да много кто, тот же эльф иногда начинает играть, как Мехварёв. Но эльфа не было. А потом по настроению он переименовывается в эльфа или не переименовывается. Так что, у нас гости. Ну, мог быть, конечно, эльф. Но, блин, эльф на раковом атласе. Эко файл. Дельта фри. Мы тут во что? Морской бой играем. Попал, да? Убил. Там демолишер, ворона и бушвокер. Salt here. And fall. А вот, значит, это был не ты. Эх. Печально. Печально, да. А мы так надеялись. Визигот. Те команды убивали его, а это был не он. А Салт еще играл, один Маулер. Наверное, на его стороне играл. А Маулер съел Рэмом на Лайтгауссом. В прошлый раз твои Лайтгауссы оказались пупцами. Нифига, это было Сири, значит. Нет, Маулер был пипцом. В этом я уверен. Хотя ты сказал, что он с лайтгаусами. Ну я-то точно видел лайтгаусы. Но это были чужие лайтгаусы. А в меня из Маулера прилетали пипцы, пока я его привел. Короче, каждый видел то, что он хотел видеть, я. О, опять ЛРМ летит. Я беру кошку с пипцом из гаусом. Буду прыгать. Это явно был не Маулер, это был сам. Как я сказал, что там было Сирис. Так а Сирис или Маулер? Там было и Сирис, и Маулер, блин. Кто на так в 50? Самолеты, чуваки, прилетают. Там еще один ассалт подходит. Нет, это Тор. Попал по визиготу. Я видел. Валя все еще там. Это что было? Это что? Нет. Визигот еще летает тут. Да. Тоже заходит. Меня вот визигот больше всего беспокоит.
которая мне прилетает порядочно. Как будто я за нарком. Нашел. Опять все потеряли. Но. Бист пришел. Мегадес. Визигот тут. Это жопа. На визиготе. Справа какой-то медиум. Ага. Рёкин. Вижу. С соками. Вижу, я думаю. Выходи, Максим. Помогай. Угу. Где-то крит. Это лед. Маулер Д3 обстреливает. Убился. Нет, сел в горах, что ли? Да, сел, если можно так назвать. Перевернутым состоянием. Визигот еще летает. Я ж тебе говорил с Лайтгауссом. С Лайтгауссом и Эйлером, господи. А этот-то я откуда знаю, я про этого ничего не говорил, тут еще один ассаулт рядом. Я про прошлое говорил, что он был с певцами. Которого вы убили. Раковый, по-моему. Взял хэви-лазерную пони. У меня игра будет в чертям. Кто не перечел Д3 есть? Нет, нас давай. Ну, кто-то еще заспавнился. Хреново. По той же тактике будем действовать. Угу. Только на этот раз нас спасет Саша. Здесь в прямом смысле спасет. Предлагаю драпать. У нас что-то вся команда непонятно где. Есть ли она вообще? Я ухожу. Наверное, только не успею. Тут еще хэви. Да, он самый. Уходи, Алексей. Фафнер ЛБХ-овый. О, тебе интересно. Там бессмысленно. Далеко не убежишь. Если вернусь, я уже не уйду. Бегать он был пониже, она быстрая. Я убегать не стал. Ну, твой выбор. Просто не знаю, решил. Сдохни или умри!
смысле, беги. Это сдохни или умри, это хорошо. Это наш обычный выбор, на самом деле. Гениальная фраза. Идем захватывать точки. Я в Charlie 5. За тебе и дороги. Я в центре точно. Здесь у меня 30. Ты молчал. А ты не спрашивал. Ты все равно молчал. Да. Молчание золото. Вот поэтому у меня 30 тысяч. Отмазался. Так и долетел до меня. Жопа скинула бомбу на меня где-то в D5. Жопа скинула бомбу, это хорошо. Знаешь, да, без комментариев. Я не буду зато. Да, понял. Обычно там торпеды запускают, по-моему. Саша еще лучше, господи. Торпеды. Charlie 5. Charlie 5. Что-то наземное. What do you mean? Пони. Тор и еще куча народу. Да, бетафо. Я сюда один пришел. И ушел ты тоже один. Кто после этого лом? Charlie 5 клеил. Все равно. Взял море по 2 ламса, 3 ерварки. И не успел, ладно. Я на локовом море го. Иду в центр. Дельта 5. Ты не понял, зачем он ночью прилетал. Меня вот не покуцал. Он меня бомбанул. Да, вижу. Сейчас вижу. Да нет, то, что ты видишь, это была бомбардировка. Фаербомба или пони. Этот меня ракетами чуть задел. Наш Тор. С4 опять. А Тор еще файв. Опять меня звание понизили. Че ж такое? Да уж. О, жопа гениален. Кинул бомбу и врезался в стену. Charlie
к нам сейчас что-то с c4 пойдет. Вот ты тут без башни катаешься? Да. Ну, без башни. Без башни Маригу. Какой-то ассов приперся. Он уже в Е5. Да, он уперся. Капустина убил Анджона. Бист катается где-то в районе D5 на пони. К нам идет Максим. Запада? Да. Вижу что-то. От меня справа, оттуда, откуда мы пришли. Пони и Лайт. Понял. Пони, вот она на Артеме. Что она на нем делает? Ой, не спрашивай. Максим, бей его. А что он меня будет пилить сейчас? Отлично. Центр. Самолет опять. Много целей. Леокин. К нам ассаулт идет. Е5. Заходим в центр. Не удалил, тут застрял. С юга кто-то ЛРМный. Причем достаточно много ракет. Отстрял. Макс, со стороны бы себя слышал. Что там? Ты еды. Так, тут совсем плохо. Да нас вообще послушать на самом деле. Я сижу. Все, закончился. Сижу и ржу, понимаешь? Потому что вообще нас окружили, Макс. Когда в бою ты этого ни хрена не замечаешь. А когда вас слушаешь со стороны, это просто. Бомбы с торпедами отдыхают. Да ладно. Ну ладно, и чё берём? Я Атласа Биг Булли взял. Направляюсь пока в Е5, а потом посмотрю или в центр. И 16 000. Under attack.
Саша, это ты в Е5? Я. А чё, не похож? Не знаю. Будет ремонтироваться, к сожалению, нельзя. Да. Идём в Е4. Half-fall. С тобой идти? Нет, ну ты сам смотри, насколько ты цел. Я почти, ну, наполовину. Я за тебя прятаться буду. Кто тут? Артём? Я на север иду. Кому-то нужны 20 тысяч? Нет. Положи в банк. Которого пока нет, ага. У Саши есть, под кроватью. Да, можешь мне перечислить под... под кровать. О, цель. Нет такой их базы. Где-то эхо фри. Оттуда жильцы прилетают, Саша. На севере медиум и ассолт. Там овесом. Идет, идут к центру. Вот опять. Артём сзади. Пони, пони, хавилазерная. Дрёкин. Пони, да. Он жив еще? Да, он убежал. Ассаут, пара самолетов. Пахнир ЛБХ-овый. Студенты пришли. Фафнир почти дохлый. Артём, идём. Теперь я, конечно, почти дохлый, но... оно того стоило. Ты про чё? Мы Фафнира завалили. Беру такого же лотика, как у тебя, Саша. У меня лос. Был, ты хотел? Да. Ну, я не знаю, есть там у тебя или нет. Сейчас будет. Бегу в Half-Life. Какой там у вас был Локи, да? Не помню, с хавилазерами. Хави медиум. Так, значит, давай. Четырьмя. Тоже его беру. Грешнулся. Есть как 1000. Тоже куплю этот лук. Есть. Но у меня 20 секунд. Ну, у меня 3 секунды. Спасибо. Все не нужно. Куда 20-ты? Так, я вижу Сашу. За карьеру. Я вижу 3 цели в Е4. Ладно, мы уже бежим. Нет, 4 цели, здесь еще ассаут поблизости. А здесь Даиши. Это весом с певцами. Здесь 2 Везома и Даиши. Я иду к Везому, который около центра был. Он с АЦшками. Он кончился, я ему кабину выжег. Там большая группа мехов, очень большая. Я вижу, вижу.
Мы выворачиваем на них, там один навесом убитый. Один навесом убитый. Хламина просто убитый. Он убитый, он убитый, он сам. На какие-то кусты, кустак застрял. На весом я с собой одного утащил. Я выключился, перегрелся. Все. Это было моей большой ошибкой. Максим, там слева наверху. Заходи, заходи, там внизу сейчас бушак ходит. Прям перед тобой внизу. Не, ну вы что, издеваетесь, что ли? Хороший мне счет. Чей-то Локи немного печальный стоит с опущенными руками. У него руки опустили. Таймер, между прочим, пошел, и мы 43 очка выиграли. Да там Дисней Мирс. Он выпрыгнул. У нас тут Ревекин. Он очень злой. А Везом на горе. Чуть правее. Ну и зачем сюда пришел? А я сам клевый, выбил на полуторс и умер. У нас еще 30 секунд на веселье. Да! Сейчас еще три. Да. Будет самое веселье. Не проиграли. Это было весело.